you there. С вами Анна Шенцева, и сегодня мы продолжим исследовать платформу Vimbox, главный инструмент всех учителей в онлайн-школе Skyeng. Погнали! В прошлом выпуске я обещала вам рассказать, как провести идеальное занятие на платформе. Если вы еще не видели предыдущий ролик, то не забудьте посмотреть его, ссылка в описании. Ни для кого не секрет, что львиная доля успехов преподавания зависит от харизмы, посыла и внешнего вида преподавателя. Поэтому я рекомендую выходить на урок красивыми, ухоженными, с хорошим настроением, а не букой. Ракурс и свет тоже важны. В идеале камера должна быть на уровне глаз, а лицо хорошо освещено и не пересвечено. Но даже шикарная прическа и пиджак от кутюр не спасут тебя, если на фоне будет вселенский хаос. Поэтому позаботься, чтобы фон за тобой был нейтрален и ничто не отвлекало ученика. Ты, кстати, заранее можешь посмотреть, как будешь выглядеть в камере. Для этого у нас есть прекрасная кнопочка «Тест видеосвязи». Здесь можно увидеть себя и заодно проверить качество видео и звука. Поздравляем! Первый этап подготовки пройден. Самое время перейти к наполнению занятия. Собственно, здесь тебе нужно просто изучить материалы и структурировать их. Easy peasy lemon squeezy. Ведь что? Правильно, вся теория практика для учителя уже есть на платформе Vimbox. Не устану этому радоваться никогда. Выбери урок, который собираешься пройти с учеником, и внимательно изучи план. Посмотри, какая там дается новая лексика и грамматика. Если у тебя есть любимые материалы по теме, которые ты разработал сам или которыми давно пользуешься, на этом этапе можно включить и их. Все студенты разные, кто-то быстро запоминает новые слова, но путает грамматику, кто-то наоборот. Вообще-то очень частая проблема, один может на слово посмотреть, запомнить его на всю жизнь, а второй полгода не может выучить слово invention. Если предстоит урок с новым учеником, то распредели задание равномерно, а потом уже разберешься, что к чему. При планировании урока не забудь оставить время для разминки, чтобы немного разговорить ученика. Вот здесь, например, есть классная игра в начале урока по теме технологии. Мы задаем друг другу вопросы и заодно тренируемся в грамматике present perfect. Perfect! В конце занятия мы также закладываем время на подведение итогов. Красиво начинаем, красиво завершаем. Ну и, конечно же, не забываем ознакомиться с домашним заданием заранее. Ну вот, например, мы прошли с учеником тему технологии, роботы и так далее. Что ему тут можно отправить? Вот эту страничку с новыми словами, чтобы лучше запомнил их. Грамматику на present perfect, пусть тоже потренируется. А вот задание на письмо отправлять не буду. Мы еще не проходили правильную структуру письма. И я так один раз ученицу напугала. Отправила ей блок со сложной грамматикой, который мы еще не проходили, а девочка ответственная, решила, что она сама что-то не поняла, нашла все в интернете, изучила и правильно сделала. Конечно, шок у нее был мощный, но зато тему conditionals она усвоила на всю жизнь. Но лучше так не делать, потому что психика не у всех устойчивая, так что внимательно проверяйте домашку перед отправкой. Обязательно покажите студенту то, что ему нужно будет сделать дома. Благо Vimbox это позволяет. Объясните, спросите, все ли понятно. И только тогда можно будет отпускать его с пожеланиями хорошего дня и своей чистой совестью. Take care! Это были несколько простых, но эффективных советов о том, как каждый раз проводить феерические уроки для своих студентов в Skyeng. И если у вас остались какие-либо вопросы, то не стесняйтесь задавать их в комментариях внизу. И подписывайтесь на наш YouTube-канал SkyTeach. Ставьте колокольчик, и вам будут приходить уведомления обо всех наших новых видео. У нас тут намечается очень много всего интересного. Например, скоро Настя в своей рубрике Handy Hacks будет рассказывать о том, как быть, если ученик старше вас на несколько лет, и какие здесь есть особенности преподавания. А еще грядут новогодние выпуски с сюрпризами для наших дорогих зрителей. А в следующем ролике я поделюсь с вами крутейшими фишками Vimbox, которых нет больше ни на одной платформе для изучения английского. Они украдут ваше сердечко абсолютно и безвозвратно. На этом у меня все, до очень скорой встречи в команде учителей Skyeng.